Нет, корабли они научились потом делать. Вместе на лавочке у подъезда они читают энциклопедию. Мама рассказывает Варе о далеких странах и вспоминает, как раньше они ходили в походы. Ты помнишь, какие там были большие деревья? Помнишь? А как на лодке катались, помнишь? Да. Варвара родилась здоровой, но уже в 3 года возникли тревожные симптомы. Девочка стала медленно ходить, появилась заторможенность речи и страх высоты. Дальше с каждым годом состояние ухудшалось. За свои 10 лет Варвара побывала на приемах у медиков от Барнаула до Германии. Причину угасания ребенка установили только израильские врачи. Оказалось, что у девочки очень редкое генетическое заболевание, которое приводит к необратимому регрессу в развитии. Названия этому диагнозу нет. Сейчас поддерживать и как-то вот стараться не давать ей, ну, еще больше деградировать развитию. В Томске нам прописали, ну, такие витаминные препараты, но с ними мы немножко полегче себя чувствуем. Вот мы отдыхали, мы сразу заметили разницу. Единственное, что мама может для Вари, это сделать ее жизнь комфортной. Государство обеспечило семью самой простой инвалидной коляской, но она не подходит ребенку по многим причинам. В результате прогулка доставляет только боль. Но, как сами видите, очень тяжело управлять такой моделью коляски. На кочках у нее выгибаются подножки, Варю всю трясет. Если я не заметила какой-то камешек, ручка от подголовника втыкается мне в живот, Варя ударяется головой о подголовник, у нее начинают опять трястись ноги. И чтобы нам прийти в рабочее состояние с Варей, нам приходится останавливаться, пить водичку. Она новая будет. Коляска, в которой Варе будет удобно гулять, стоит 66 500 рублей. Бичане уже однажды смогли помочь Варваре и ее семье. Благодаря общей поддержке Рыжковы оплатили поездку в Израиль. Наверняка мы вместе сможем еще раз собрать необходимую сумму и сделать еще одно чудо для маленькой бичанки. Тогда Варя и дальше будет узнавать мир, который пока видит только в книгах. А еще ты хочешь в поход? С ночевкой в палатке, да? В настоящий поход хочешь, да?